Взгляни на них! Две стороны одной медали! Священный Делос, где рождены Артемида и Аполлон, и Миконос, где делают все, что запрещено на Делосе. Прочти мне записку. Хозяин Орла, Подарк, жестокий глава Делоса, отбирает у нас деньги и продовольствие. Неутолимую? Да! Подарок один из них, Варн. Мы скромные, но свирепые повстанцы. Мы прибыли как раз вовремя. Видишь? Посейдон не пытался тебя потопить, но перестарался. В записке сказано, где Кира? Ей говорится о двух местах. О лагере на... Похоже, подарок жесток. Еще хуже! А когда родители проснулись... Нужно отправить его к Аиду и... Даже Аид вздрогнет! А здесь... Ха! Поверь! Я имею в виду... Некогда Аполлон был дружен с гиперборейцами с... А Миконос? Остров был создан из тел гигантов! Я задумался. А покороче... Подарок, жестокий лидер, жажда власти, щедро заплатит... Восстание, люди гибнут. Пора встретить. Если что, корабль будет готов нас. Хайре, Варна. Убежище мятежников.
Хорошее место, чтобы укрыться. Женщину по имени Кира. Вы звали на помощь, и я пришел. Мимо. Ты лазутчик, Афинин? Или, может, ты сам Арес? Выбравший странный наряд. Да, я бог. Глупо нападать, а потом задавать вопросы. Подарок и его люди безжалостно нас преследовали. Его лазутчики везде. Он не оставит в живых никого из нас. Из всех мятежников остались лишь мы. Это первая ночь, когда мы не боремся за жизнь. И она может стать последней. Но вдруг появляешься ты. Потому я здесь. Это твой знак, да? Алексиус, грозный хозяин Орла. Прошу прощения, сейчас опасные времена для тех, кто ведет войну против Афин и Делосского союза. Я Кира. Я думал, Делос — сердце Делосского союза, гордость Афин. Был им, но Афины забрали казну союза с Делосом. Почему? Чтобы построить статую Афины, дразнящей Аполлона. Люди просили подарка, чтобы тот не доверял Афинам. Но жажда власти сделала его глухим к мольбам. Если все так плохо, почему Делос не выйдет из союза? Подарок отправляет к нам за деньгами афинских солдат. Откажемся платить, афинские корабли сожгут наши острова. Ты писала о подарке. Я его разыщу. Его дом на побережье, к северу от Миконоса. Но его охраняют. Мы так и не смогли подобраться ближе, не потеряв своих бойцов. И я послала за тобой. Я могу одолеть одного человека, а не выиграть войну. Потому я и попросила о помощи не только могучего Алексиуса, но и Спарту. Подарок узнал о втором лагере и отправил туда афинских солдат. Малака! Твои мятежники слишком пьяны. Я займусь солдатами. Даже не думай, что я упущу шанс убить пару-тройку афинин. Спарта ответила на твой призыв. Полимар, Фалет и отряд спартанских воинов приплыли на Миконос незадолго до тебя. Это в их лагерь мы идем, да? Фалету нужна помощь, хоть он и не готов это признать. Он же спартанец! Я готов к бою. Тихо.
Хорошо, мы размялись. Поговорю со спартанцем. Да и ты. Я был спартанцем. Спартанец всегда... Это Олег. А я Фале. Был? Наш корабль затонул. Мы все теряем друзей. Но Скорпи... Она права. В убежище безопасно. Пойдешь к убежищ... Не будем терять время. Или... Он так задирает. Мы знаем, где он живет. Выбьем дверь и проткнем. Это ужасный план. Сражение на суше Спартан. Но никогда вас 12. А ты только и умеешь, чтоб... Конечно. Алексиус, как... Кира права. Напав сейчас, мы все погибнем. Глупо было плыть сюда. Сейчас мои люди на берегу. Я буду с ними! Палет, не надо! Если и вправду решишь победить, найдешь меня там. А, Спарт... Ничего. Но я рада, что ты... О, это восстание...
Κάκι στο νεστή. Είχε είδωρ λήψη. Ήμαρτον. Βοήθειαν. Я за тобой наблюдаю. Ты что, ребенок? Yeah.
Теперь местные смогут дать отпор. Артемида, хозяйка лесов и диких зверей. Надеюсь, меня еще не заметили.
Thank you.
Я иду за тобой, подарок. Крепость много повидала. Стоило потратиться на восстановление.
Здесь повсюду охрана. Нужно быть начеку. За мою семью. Я делал все ради славы Делоса. Ты действовал один. Ты умрешь один. Я
кто-то не пожалел средств.
Для тебя послание. Я ищу Киру. Ее нет. Ах, скажи, где она? Молит богов об удаче. Спасибо. Зоркая Артемида, молю тебя от всех. Я старайся. Здесь красиво. Но тебе стоит задуматься о том. Мне не нужно просить богов о меткости. Бог, ведь я всегда. Что ж, посмотрим. Идем, гор. В детстве я охотилась на них чуть ниже по реке. Чтобы не умереть с голоду. Понимаю тебя. Но моей добычей были крысы. Из них неплохой суп. Но ты многого достиг. Так же, как и ты. Элла, жить надоело? Нет, как же так? Я убью тебя! Ну, давай. О, да. Ну, а теперь покажи, как ты стреляешь. Здесь нет никаких коз. Артемида любит тебя? Скажи ей, что мне нравится кое-кто другой. Она будет ревновать. Моих людей ждет сыт. Ты славна. Какая наивность. Потому что любишь Фалета. Или мне так казалось. Охота освободила мой ра. Это хорошо. Ниже по реке есть место. Я весь твой. Люди Делоса долго страдали. Я счастлива впервые с тех пор, как началась война. Ты сможешь вернуть им мир. Люди его заслужили. И ты тоже. Мог бы остаться с нами, когда все закончится. Когда-нибудь я уйду на покой, но не сейчас. Ты что-то путаешь, Мести. На покой не может быть. Хочешь, поспорим? Не нужно искать счастье в будущем, когда оно прямо перед тобой. Теперь я знаю, ты научила меня этому. Нет. А пират приставил один нож мне к горлу, а второй к животу. И спрашивает,
убить тебя быстро или медленно. Боги! И что дальше? Он не заметил, как мое копье вонзилось ему в ногу. Умер и даже не понял, отчего. В ногу? Меня научила моя мать. Почему мне с тобой так легко? В наших жизнях многое сложилось одинаково. Я хочу тебя, Алексиус. Я вас желал. Больше других островов. Я люблю Миконос. А я тебя больше других наемников. Нужно рассказать Фалету. Да, позже. Ты права. Но прежде... Солдаты убьют меня. Да. Если что-то знаешь... Солдаты меня убьют. Странно. Нужно найти дом и выслушать попрошайку. Послание. Предупреждение. Подарок платил ей за молчание. Насчет чего? Кровь и следы. Детские. К
Кто-то прятался в сундуке. Женщину убили и оставили непогребенной. В ребрах застрял наконечник афинского копья. Куклы. Мама и ребенок. На одной вырезана буква М, на другой К. Больше ничего нет. Нужно поговорить с той женщиной. И что нашел? Тело. Это все? Записку от подарка. Анимо. Кукол. Ты спрашивала, кто ребенок? Да, да. О, боги! Подарок, отец Киры. Умно, Мисти. Нужно сказать Кире. Она не поверит. Ни за что. Всю жизнь она ищет того, кто приказал афинским солдатам убить ее мать на ее глазах. Но боги... Откуда ты все знаешь? Я там была, Мисти. Защитила малышку. Пока солдаты пытались убить меня, Кира ускользнула от их мечей. Так ты тоже была там? Меня зовут Атония. Я была служанкой подарка. Что? Каждую ночь мать Кира приходила к дому. Дочь хотела увидеть отца. Подарк не велел ее пускать, но она приходила. И подарк послал меня к ней домой с письмом. С угрозами? Но напрасно. Подарк снова послал меня к ней вместе с афинскими солдатами. Кира должна узнать, что подарк ее отец. Но прежде я должен найти доказательства. Как-то в дом подарка пришла женщина. Возможно. Только боги знают. Я найду. Мисти узнал правду. Мятежники тоже должны узнать. Если подарок спрятал куклу где-то в доме, я ее найду. Вот и кукла. Попробую найти укрытие. Подарок оставил себе куклу Киры. Она вырезала букву П. Папа. Могла ли Кира знать об этом? Мятежники должны узнать правду. Но для некоторых кровь много значит. Если все выяснится, Кира может потерять поддержку. Она... Уже соскучилась? Кира, мне... Что с твоим лицом? Я скажу тебе это наедине. Иди за мной. Вот мы и наедине. Что это за шут? Я не шут. Я убить невозможно. Кира, мне же... Он отнял у меня все... Но как ты узнал?
Я нашел твой дом. Знаю о твоей матери. Слышу крик, как сейчас. Я убегала, подскальзываясь на кра... Это правильно. Спасибо, что сказала лично. Никто не должен знать об этом. Фобос, вперед! Афинские псы перебили многих солдат! Ты назвал мой план самоубийством. Не думал, что ты явишься. Пропустить речь? Нет уж. Речи у...